Владельцам больших квартир платить за электричество придется еще больше. С 1 сентября вступило в действие постановление регионального правительства, которое внесло изменения в систему расчетов оплаты коммунальных платежей. В квитанциях появится новая графа, в которую будет вписана стоимость потребления электроэнергии в местах общего пользования. Если ранее распределялся пропорционально потребленной электроэнергии, показанной индивидуальными приборами учета, то сегодня будет распределение пропорционально площади, занимаемой тем или иным жителем дома. Сам принцип расчета потребляемой домом энергии останется прежним. Из показаний общедомовых приборов учета вычитают показания индивидуальных счетчиков жильцов, а получаемый остаток распределяют между жителями. Вот только распределение это многие могут назвать несправедливым. Даже если владельцы больших квартир экономят электричество, их затраты все равно увеличатся. Чиновники обещают, что итоговая сумма ОДН не будет превышать 20%. Если будут какие-то вопросы, не оставлять в долгий ящик, не накапливать эти вопросы, обращаться в управляющие компании, обращаться к ресурсоснабжающим организациям, то есть те, кто выставляет счета за объяснениями. Если эти объяснения не будут удовлетворять, мы готовы вмешаться и организовать проверку на уровне муниципальных и региональных властей. Также чиновники гарантируют, что проверки приборов учета будут проводиться гораздо чаще, что снизит погрешность распределяемых платежей. То есть населению не придется оплачивать счета недобросовестных соседей. Ранее закон предусматривал возможность проверки приборов учета один раз в полгода, в 6 месяцев. Сегодня изменения затронули и этот пункт. Проводиться проверка может раз в 3 месяца. Если раньше через полгода можно было ограничить недобросовестного плательщика в получении того или иного ресурса, то сейчас можно через 3 месяца. То есть если обнаружено искажение отчетности и не принимает мер к исправлению владелец квартиры, то он может, например, быть отключен от электроэнергии. Это тоже закон предусматривает. По новым правилам, чтобы узнать, кому и сколько платить за потребленные блага цивилизации, нужны счетчики. Те жильцы, которые приборы учета еще не установили, будут платить по нормативам, которые назначит региональная служба по тарифам. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.